накуплять вот так. В смысле, из какого момента вы вместе не работаете? Послушай, я не знаю, я с ним месяц назад встречался, мы оставляли ему предоплату за звук. Я потом на припев. Ой, малолетка! Что ты мне сейчас предлагаешь? Это твой компаньон, а не мой. Не, ребята, ситуация некрасивая получается. Ай, малолетка! Ну, понятно, понятно. Ладно, будем думать, что делать. Давайте, держим связь. Есть вопрос, мужики. Что случилось? В Краснодаре не оплачен ни звук, ни свет. Короче, вообще ничего не оплачено. Ни площадка, ничего. Да ну. Его нет. Он здесь больше не живет. Он ушел от нас давно. Оставил меня и сына. Я не знаю, где он. Не знаю. Вы не переживайте. Мы с ним делаем концерт, и нам нужно просто с ним обсудить некоторые моменты. Где он может быть? Откуда я знаю? Он меня в свои дела не посвящает. Его здесь нет. А где он, я не знаю. Его привычки, с кем он встречается, места, где отдыхает. Откуда я знаю? Где батя? Что-то серьезно. Нет у меня батя. Что он утворил? Не переживай. Вернется. Увидеться с вашим мужем. Его здесь нет. Спасибо большое. Объясню, что со взрослым мужиком происходит, когда снова резко влюблен. Неужели на это
бывает жизнь до перемены. В каждом подъезде свои примеры. Судите сами, что вам с ним делать. Простите ли высшая мера? Давай, давай.